берем вот так вот, видите, стразик у нас это вот выходит сюда, и вот в клеточку вы это все вклеиваем. Итак, клетка за клеткой. Алмазная мозаика – кропотливая работа. Нужно заполнить каждый элемент картины стразами, плюс следить за цветовой гаммой. В городском округе прошел мастер-класс по рукоделию. Химчане вышивали крестиком и бисером. Татьяна Душкина – рукодельница с 20-летним стажем. Для нее вышивка – хобби. Сегодня поделилась своим опытом с жителями. Закончила я, протянула вот так вот ниткой, они стали все ровненько. И все. И следующий ряд начинаем. И также в ряд мы идем и начинаем каждую бусинку одевать разного цвета. Химчане узнали, как работать с нитками мулины, сделать аккуратную изнаночную сторону вышивки, закрепить бисер и стразы. Очень приятно, что такие кружки у нас начали открывать какие-то мастер-классы, потому что многие сейчас этим увлекаются. Но... Алмазной мозаики. Я занялась этим, мне это очень мероприятие нравится, интересное, увлекательное. На мастер-класс по рукоделию пришли десятки жителей. Вы тоже можете посетить тематическую встречу. Подробная афиша мероприятий на сайте администрации городского округа.